Детям с ограниченными возможностями здоровья в Десногорске уделяют особое внимание. Для ребят регулярно проводятся различные акции и мероприятия. 31 мая на территории детской библиотеки Десногорска прошел веселый и долгожданный праздник. Солнечный город детства – событие ко дню защиты детей и настоящий подарок тем, кому внимание необходимо всегда. Ребята играли, танцевали, рисовали и веселились от души. Мне нравится аниматор Капитошка. Еще нравится... Ну все, короче, нравится. Веселиться. Хочу петевать. Мероприятие «Солнечный город детства» стало возможным благодаря участию неравнодушных людей. Представитель администрации Десногорска, городской организации Всероссийского общества инвалидов при участии детской библиотеки сделали так, что это событие стало возможным. Прежде всего, это хорошее настроение, это первое. А второе, что немаловажно для детей с ограниченными возможностями, это общение друг с другом. Все дети, несмотря на свое положение и физическое состояние, на непростую жизненную ситуацию, смогли почувствовать себя защищенными и беззаботными, а главное – счастливыми. И это значит, что все усилия взрослых были оправданы. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.